Собаки – одни из первых животных, с кем человек начал свою дружбу. Люди научились взаимодействовать с ними в совершенно разных областях. В кинологической группе отдела МВД по городу Анапа 5 сотрудников, 8 служебных собак. В основном для работы используются немецкие и восточноевропейские овчарки, ротвейлеры, лабрадоры. Крупных пород собаки используются для задержания преступников, для охраны, для конвоирования. Собаки средних пород используются для поисковых мероприятий, для поиска наркотиков, для поиска взрывчатых веществ, для поиска трупов. Есть собаки-детекторы, которые используются для идентификации запаховых элементов. Служебные собаки задерживают преступников, обнаруживают наркотики и взрывчатку, охраняют особо важные объекты и участвуют в патрульно-розыскной работе. Кинолог должен научить собаку слушаться на механическом уровне, чтобы она не могла ничего сделать без его команды, причинить вред человеку. И реагирует собака своим острым чутьем, показывает сигнальной посадкой. И здесь уже начинается более детальная отработка мест предположительного нахождения данного вида, что это может быть, предмета. Оружие, боеприпас, то есть там самодельное взрывное устройство. В период курортного сезона в Анапу привлекается дополнительная помощь по охране общественного порядка на массовых мероприятиях. Кинолог и его воспитанник вместе занимаются одним делом. Они разыскивают правонарушителей по следам преступления, делают все для безопасности общества.